будемо із тренером Дмитром Василишиним про те, що ж можливо почати виконувати, якесь певне навантаження, щоб гарно виглядати, і гарно себе почувати. Так, доброго ранку вам. Доброго утра, дівчатки. Дуже добре вийде. О, приємно. Перший раз не ми кажемо, а ви кажете. Тобто гістям говорить, це дуже приємно. Все-таки хочемо поговорити про спорт, про активний спосіб життя. Ми знаємо, що ви його гарно підтримуєте, адже ви тренер, так? І все-таки весна, пробудження. Пробуджується так тіло, ми думками пробуджуємося, знаємо, що скоро літо, і все-таки хочеться гарно виглядати. Як? Як не пробудитися лише думками, так? З чого розпочати, можливо, якісь такі певні вправи, важкі, неважкі, особливо тим людям, хто, можливо, до цього часу, до певного періоду не займався, або ж тривалий час не займався, запустив себе? Так, да, точно це не хороший вопрос. І ви правильно говорите, що з весною ми пробуждаємося. Ну, якщо ми пробуждаємося з весною, то, значить, нам потрібно пробудити в собі ті привички, які, можливо, ми забили. І прості привички дуже важливі. Це на чуть-чуть більше пити води, чуть-чуть раньше вставать, больше просто гулять и понять, что нужно начинать с чего-то маленького, просто маленького для себя. Встали, небольшую сделали растяжечку, возможно, какую-то планку сделали, какие-то скручивания дополнительные. И постепенно-постепенно нагружаем себя, и потом, возможно, где-то встретим кого-то друга, который даст нам классную визитку какого-то крутого клуба и скажет: приходи, там хард-тренировки, и, возможно, с этого все и начнется. Самое главное – начать с простых вещей. Первые шаги простые – это успех чего-то больше. Ви сказали, що потрібно насамперед не лінуватися і раніше прокинутися. Я по собі знаю, що вранці, хоча я не дуже пізно встаю, але чомусь немає часу займатися якимось таким фізичним домашнім навантаженням, буду казати так. Більше часу знаходжу ввечері. Чи є це помилкою і чи це залежить, можливо, від біологічного ритму? Ні, тут ошибки немає ніякої. Ми завжди відталкуємося від нашого бажання. И если наше желание говорит о том, что мы утром просто заняты другим, находим время вечером, это не проблема. Находим время в обед, не проблема. Это все очень индивидуально. Вопрос в нагрузке, он одинаковый будет, что утром, что вечером, что в обед. Мы ее потратили, это очень хорошо, теперь мы восстанавливаемся. Самое главное – потратить ее. І як все-таки зберегти ось це бажання? Ми вже розпочали займатися, так? Але трішки складно буває, це себе треба стабілізувати, кожну ранку заставляти, до прикладу, бо кожного дня, чи там певний раз, декілька разів в тиждень ходити. Як от вберегти це бажання? Ну, это очень тоже интересный вопрос, как это его как бы сохранить, но мне кажется, что в мотивации всегда есть маленький успех. Когда мы видим маленькие шаги успеха, тогда это еще больше нам дает стимул двигаться. Поэтому очень хорошо начинать с простых вещей, как взять сантиметр, замерить полностью свою талию, посмотреть на свой определенный вес и после каждой недели снова же сделать небольшие определенные замеры. Но в то же самое время понимать, что как пришла весна, и не сразу же все стало зеленое, не сразу же у нас появилась красота и солнце. Точно так же и здесь. Начинаем шагами простыми, и мы видим скоро хороший результат. Ще хотіла запитати, все-таки ми хочемо поговорити, є тренування, до прикладу, в якомусь спортклубі, так? Є тренування вдома. Які будуть раціональніші, тобто де ми можемо краще позайматися, як, на вашу думку, ви як тренер? Да, можу так сразу сказати, що в принципі нет різниці, де займатися, але ми ошибаємося з учетом того, що коли думаємо, ми самі справимося. Нам нужен обязательно клуб, нам нужен обязательно тренер, который нас ведет, который мотивирует, который нам подсказывает, который нам говорит: ты молодец, посмотри, ты вчера не смогла сделать, сегодня ты сделала. Когда мы видим другую атмосферу, которая работает, которая приходит в клуб, и если ты вдруг не придешь, тебя спросят: эй, слушай, я тебя ждал, а ты не пришел, как так, что случилось, ты завтра будешь, а может давайте встретимся, просто пообщаемся. Мы на фоне клуба не только тренируемся, заводим взаимоотношения, мы там черпаем определенные идеи и мысли, и мы видим тех молодцов, которые становятся для нас авторитетом, и мы уже просто, ну как бы заложники ситуации, потому больше шансов, когда мы пойдем в клуб, больше шансов, когда будем работать с тренером, нежели будем просто дома на стадионе.
А можливо, є якісь такі поширені помилки, хто їх допускає той, хто починає займатися, я не знаю, можливо, не поєднує правильне харчування із правильним фізичним навантаженням, чи навпаки думають, ось з'їм шматочок тортика, все одно ввечері позаймаюся. Чи буде результат? Ну, как сказать, мы все любим покушать, мы все любим смачно, что-то красивое, особенно очень глазами. И нужно правильно понимать, что когда мы хотим достигнуть результата, то нам нужно очень разумно подходить к питанию. Потому что в целом, как мы выглядим, да, это так, как мы питаемся. Потому если мы будем просто позволять себе лишнее в еде, порой даже могут и тренировки не помочь, потому нужно понимать, что лучше немножечко подкорректировать питание и при этом всем дальше начинать тренироваться. Если не будет коррекции питания, ну будет достаточно очень сложно, очень сложно. Ну а все-таки, якщо людина вирішила ось вже з понеділка, ну, дуже часто починають вже з вівторка, тому що з понеділка чомусь їх складають на наступний понеділок. Ось з вівторка вирішила, все, буду займатися. Що б ви порадили почати? З прогулянки, з бігу вранці, з планки, з віджимання, з присідання? Елементарно що? Ну, зробимо просто так. Если бы ко мне обратились с таким советом, первое, что я сказал, я тебя жду в зале на 8 часов утра, приблизительно. Если же мне человек сказал, о нет, извини, у меня нет времени, подскажи мне, как мне заниматься дома. Я бы сразу ему сказал, что извини, я задам тебе несколько вопросов, или ты знаешь, что такое бурпи для начала. Или я спрошу у тебя, что такое там планка, банан или простые элементарные скручки. Если человек мне ответит, что окей, я знаю, тогда я буду понимать, что можно дома тоже с ним позаниматься. Но лучше всего приходить в клуб, лучше всего работать с тренером. Но если нет такой возможности, то нужно понимать, что когда мы хотим привести себя в форму, нам нужны упражнения энергозатратные, но суставные. Мы их называем вот, упражнения бурпи. Оно многосоставное и забирает очень много энергии, безумно много энергии. И порой сделать 10 бурпи достаточно, можно сравнить это как, не знаю, там, с хорошей пробежкой или там, с часовой даже работой. Потому что оно очень многозатратное. Поэтому очень хорошо для тех, кто хочет привести себя в форму, начинать с затратных упражнений. Приседания, отжимания. Такие вот многосуставные, как бурпи, упражнения, становая тяга, подтягивания. Даже не просто выходим вниз по лестничной клетке, и мы вот живем приблизительно на втором этаже, то мы возвращаемся не на второй, а возвращаемся на пятый и спускаемся на второй. Здорово. Ось так. Супер. А в мене виникло, ви кажете бурбі-бурбі, а в мене перед очами бутерброд. Оскільки снідала ще о 6 ранку, то чи о пів на 6 бурбі. Тобто це комплекс якихось вправ, так, які енергозатратні, може так зрозуміло. У мене зразу виникло бажання. Я хочу просто так провести таку маленьку паралель. До прикладу, людина, яка ось розпочинає займатися, вона займається місяць, за допомогою таких енергозатратних, як ви вже сказали, занять, бурбі, вона піднімається по сходах, можливо, навіть більше, ніж потрібно, так? Правильно харчується. Скільки вона може скинути, до прикладу, за місяць? Ну, це так ми умовно говоримо, щоб наших глядачів так ось залучити. Мотивувати. Так. Опять же, тоже очень хороший вопрос. Всегда хочется побольше. Ну, всегда хочется побольше, но с учетом нашего здоровья, так, где-то межуется цифра от 2 до 5 килограмм в месяц. Не больше. Это при этом всем у нас все будет окей, у нас не будет никаких кризисов определенных, у нас не будет никаких определенных стрессов, организм спокойно будет скидывать, и это будет правильно и разумно. Если мы будем говорить о больших цифрах, это чуть скажется на организме плохо. Поэтому 2-5 килограмм – это идеально за месяц потерять. Это супер, то есть это нормально. Да, но в зависимости от того, с чем мы встретились. Потому что, как правило, девушки очень не хотят потерять 6 или 7, а им всего лишь нужно 1,5. Все намного простіше, чем здається. Ось так.
Ми зрозуміли, що серед тих таких, можливо, поширених помилок це бажання якомога швидше досягти результату, і як наслідок може це мати зворотний якийсь негативний так, процес на організм, так? Так, звісно. Конечно. Все очень просто по той причине, что это как организм всегда адаптируется. И он пытается адаптироваться более спокойным определенным путем. Это то же самое, что мы 3 дня не ели. У нас аппетит просто, он безумный. Да, то есть, представляете, то есть мы 3 дня вот просто не ели и не пили. Что произойдет, когда мы дорвемся до воды и до еды? То есть вот это инстинкты, те, которые очень нехорошие, неправильные. А если мы на протяжении 3 дней бы умеренно бы просто поддерживали наш голод, мы кушали, все с нами было бы хорошо. Потому со всеми вот такими процессами встречаются все, кто хочет похудеть. Вот все. Большая часть, они вот прям как вы говорите, я с понедельника, ну вообще я не буду кушать, ну вообще, все. И представляете, у них порой получается это. Они берут с понедельника, не едят всяких гадостей. От вторника начинают есть. Нет, не в этом дело. Они держатся до 4 дней, и потом через 4 дня настолько такой стресс просто колоссальный, что они сами не понимают, что они просто не могут заснуть, они встают, у них апатия, раздражение, и просто не знают, что с ними происходит, и они бросаются на всех. По одной из причин, что наш головной мозг, он питается каждых 3 часа глюкозой. То есть каждых 3 часа головной мозг питается глюкозой. И если мы ему не будем давать транспорт глюкозы, понятное дело, что он будет что делать? Он будет нас приводить в состояние небольшого такого вот апатического настроения, раздражения, всего остального. Просто многие выбирают глюкозу в виде тортика, в виде шоколадки, печенья, пирожного. Такие ложки выхлопывают. Да, так. То есть это быстрое решение на вопрос глюкозы для головного мозга. Но если мы возьмем простые крупы медленного, мы их называем медленные углеводы, возьмем просто мой любимый, я его люблю, булгур называется. Так, знаете, да? Так, так. Вот в чем интерес его? Мы его съели, и на протяжении приблизительно 40 минут постепенно выходит глюкоза в нашу кровь. Постепенно. И мы насыщаемся регулярно. Нету такого стресса. Я зрозуміла, якщо ви кажете 40 хвилин, так, то потрібно її поїсти за 40 хвилин до того, як розпочинається голод, тому що тоді вже точно можна зірватися. Можна. Ну просто, опять же, момент в тому, що коли ми приходимо к питанню, дуже ценоважний момент, я всім так советую, так у вас я спрошу, у вас є діти? У мене є донечка. О, здорово. Скільки лет? 6 років. 6 лет. Прекрасно. И я всем вот говорю, вот посмотрите, пожалуйста, на своих детей, особенно на такой период времени, как 3 года, 2 года, и скажите, пожалуйста, как вы заботитесь о их питании? Так, Оля. Ну як? Зараз відмотаю кілька років тому. Даже сейчас можно? Зараз намагаюся давати менше солодкого. Намагаюся, щоб їла таке не смажене занадто. А сама не дотримуюся, отак? От все просто. Порой просто нам нужно вернуться к тому, то, що є первоначальним, і воно класне і здорово. І ми будемо натуральні все... продукти, так. І натуральні продукти раз. Овочі, режим важливий, дуже сильний момент. Так, режим. Дуже важливий момент. Ми свого ребенка піднімаємо, при этом все. Он спішить, он вредничает, і все остальное. Але поїсти? Все просто. Не встанеш, поки не дійсиш. Вот потому и вот здесь весь ключ как бы нашей красоты и того, как мы выглядим. Если мы будем вот так к себе относиться, мы просто будем... Ось це набагато простіше, чим ми думали. Так? Все повертається з дитинства, з того, що нам бажала б мама. Так? Ну, друзі, Діма, дякую вам за розмову, справді було цікаво. Я думаю, що глядачі для себе дізналися багато корисного, а ми хочемо попрощатися з Дмитром, сказати йому ще раз дякую. І далі... Нагадаємо, що у гостях був у нас тренер Дмитро Василишин. Друзі, ось такі поради. Ми з Іною, мабуть, будемо прислухатися. Так? Так. Я так зрозуміла, що потрібно звертати увагу ще на те, якщо я хочу щось дитині, значить, воно корисне, значить, маю це застосувати на собі. Так. Дякуємо вам.